Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. На 76-м году ушел из жизни советский и узбекский актер и режиссер Бахадыр Юлдашев. Бахадыр Турсунович Юлдашев, Бахадвар Юлдашев, родился 7 сентября 1945 года в городе Катыкурган, Самаркандская область, Узбекская ССР, в семье актеров Ширин Мелиева и Турсуна Юлдашева. В 1970 году окончил режиссерское отделение Ташкентского театрально-художественного института. Стажировался в БДТ у Георгия Александровича Товстоногова. Ассистент режиссера, 1968-1970, режиссер, 1970-1974, главный режиссер, 1974-1984, Узбекского академического театра имени Хамзы. С 1984 года работал главным режиссером театра «Ёж-гвардия», «Молодая гвардия», переименованного в театр имени А. Хидаятова, а потом в узбекский драматический театр им. «Аброра Хидаятова». Художественный руководитель театра студии «Дидор». Снимался в кино. Известен по работам в фильмах «Когда остановилась мельница», «Гаиб», «Встреча у высоких снегов», «Мухтаров», «Огненные дороги», «Алчинбек», «Друг Хамзы», «Долгое эхо в горах», «Умаркул», «Золотое руно», «Куркмас», «Охота на дракона», «Карлос», «Алмазный пояс», «Шерзот». Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.